секрету, сегодня в зале находится бабушка Диана, а ей 86 лет. Вот благодаря фестивалю бабушка наконец-то увидела внучку. Следующая артистка. А, я буду всегда говорить, когда артисты представляют мне российскую государственную музыкальную компанию, потому что у нас конкурс открытый. Если я не говорил откуда, значит, соответственно, это российская государственная музыкальная компания, я объясняю, чтобы было понятно. Вот следующий артист, как раз, к нашему большому удовольствию, совсем недавно вернулась в российскую государственную музыкальную компанию. Асель Сараева!